Добрый день, уважаемые зрители! Добро пожаловать обратно в Warhammer 40 тысяч Rogue Trader. Так, так, так. Вроде бы все кликается, все грузится. Где моя тестовая картинка? Вернее, не тестовая, а контрольная. Сейчас, один момент. Что-то здесь подтупливает. Пур-пур-пум. Все вроде работает. Окей, поехали. А на чем мы вчера остановились? Остановились мы прибытием на планету Янус. Куда нам теперь надо высадиться, да? А кого мы берем с собой? Джай я еще не видел в деле, надо посмотреть. Хейнрикс был хорош. Ардженту убираем, вместо него с нее ставим Хейнрикса. Ок. Так, ну что тут с моей контрольной картинкой? Тут все печалько. Авангарды, несгибаемые защитники, всегда стоящие на передовой. Я счастлив за них. По идее, мы прибыли на свою планету, которая принадлежит нам, как вольному торговцу. Это ты в меня сейчас целиться собралась? Вестенца в яд. Прикольный нарядик. Не думаю, что он удобен, но выглядит очень-очень прикольно. Изящно одетая дворянка в роскошном шелковом платье выжидательно смотрит на вас, а затем с достоинством склоняет голову. На ее руках и шее проступают инкрустированные драгоценностями импланты. Приветствую вас от лица благородного дома Вьят Аб Арам. Вьят Аб Арам. И... Мое имя Вестенца Янус Вьят Аб Арам Авкаронус. Милостью императора и волей вольного торговца Теодоры фон Валанциус я исполняю долг планетарного губернатора и имперского главнокомандующего этого мира. Вестенца Вьят слегка поднимает голову. Признаться, появление вас вместо достопочтимой госпожи фон Валанциус стало для меня неожиданностью. Теодора фон Валанциус погибла, теперь я возглавляю династию. Надеюсь, мое появление вместо Теодоры не слишком вас разочаровало. Лучше поскорее закончить с любезностями, губернатор Вьят, и перейти к целям моего прибытия. Давайте первую опцию. Какая трагическая весть. Я распоряжусь о том, чтобы на планете был объявлен месячный траур. Слуга Заянус! Спали в засаду. Ну, то бишь, снайперша была на моей стороне. Где она? С какой стороны? Она меня вроде как прикрыла. Где она? Я что, ее не вижу теперь? Вот. Окей. Так, ну, в засаде, поэтому мы не можем поменять нашу позицию. Начать бой. А, блин, этого я еще не успел прокачать. Ну, ладно. А если так? Нет, не могу сейчас прокачать. Ну ладно, не страшно. Так, пу-пу-пу-пу-пум, зоны. Передовая. Окей. Так, тыл. Сойдет. Вторая линия. Пускай будет так. Пу-пу-пу-пу-пум. Давайте посмотрим, на что ты способен в ближнем бою. Подходи и... Мочи, гада. Еее.
Ты еще и выстрелить теперь можешь. Из снайперской винтовки в упор. Окей. Дарф получил приличное количество урона. Так, а что у тебя здесь есть? Стаб револьвер. А я не помню, у него есть способность этот... Бой с применением двух видов оружия. Персонаж может атаковать вторым оружием из текущего комплекта в дополнение к обычной атаке за раунд. Эта атака имеет штраф минус 20 к ближнему бою и дальнему бою и стоит на 1 очко действия больше. Есть. Она пройдет со штрафом. Так, а если мы просто выстрелим, то есть шанс убить с одного удара. Шанс себя оправдал. Аптечка. Хорошо. There is only death. Yours or mine. Туда не допрыгнешь отсюда. Если сюда, прыжок и потом работать по ближним, по двум целям сразу. Хотя у этого осталось совсем чуть-чуть здоровья, тогда тебе лучше по этим двум работать. Оба. Подкрепление прибыло? Только что-то мне подсказывает, что не на нашей стороне это подкрепление. Оп-оп, снайпер их выносит. А Кибелла добивай тогда этого. Как же она хороша. As honor ordains. И беги оттуда нафиг, вернись на свою стартовую позицию. Да, давайте мы тебя вернем на стартовую позицию. Чух. Надеюсь, когда она сюда вернется, она не будет атаковать Джай. Ок. Опять Кибелла. Почему она ходит с нулевым? Окей. Странно все это было. Кого-то там гранату кидал, там нет моих людей. Там только твои союзники. В этого стража, что ли? Вау. Так, а если сюда? И отсюда... Где твоя мегаспособность? Ну, урона она нанесла не супер много, честно скажем. Так, дополнительный ход. Давай дадим. Белый не сможет двигаться. Нет, давай Дарву тогда. Тогда накладываю. Так, а для атаки нам нужно 2 очка действия. Ну, в принципе, и одного хватит.
Шепот смерти. Поиск слабого места. Вот давайте поиск слабого места. На этого товарища. Выстрел. И потом еще одну атаку в него же. Окей. Ой, еще ты можешь препарирование цели. Красота. Очень хорошо. Так, а почему Джай пропустила ход? Джай пропускает ход. Граната газового облака наносит 2 урона. Рывок. Нет, туда-туда ты не сможешь сделать рывок. Куда надо. Но если мы тебя чуть подвинем, вот тогда ты уже сможешь. Так, а второе оружие у тебя какое? Посох. Что он может? Вытягивание жизни. Тоже хорошо. Так, теперь очередью. Барабам. Ок. Паскаль. Передовую перемещаем сюда. Есть. А бонус. Есть. Где там наш снайпер союзный? Так, Дарф. Пум-пум-пум-пум. Сюда. Идеальная позиция. Пум-пум-пум-пум. Поиск слабого места. Ну, так себе получилось. Белла пропускает. Уклонение, хорошо. Ну, туда можно гранату, кстати, зарядить. Пум-пум-пум-пум. Что у тебя есть? Газ, огонь, ослепление. И фраг. Так, выдержать... Нет, испепеление души. Или выдержать взгляд. Не добило. Так. Приказ. Хейнрикс. Окей. Реш. Есть. И у тебя осталась вторая атака. Хорошо. Дерзкий натиск. Нет. Кассия. О, Джай наконец-то может ходить. Особое поручение. Быстрей, быстрей, быстрей. Это что такое? Офицер немедленно предоставляет союзнику дополнительные очки перемещения в количестве равном 7. В течение этого дополнительного хода цель может использовать только способности передвижения, героические акты или отчаянные меры. Неплохо. Но тебе нужно выйти из этого газового облака, однозначно. Давай.
скажем. А что у тебя с оружием? У тебя интересное оружие, которое я хотел опробовать. Сюда. И... Маловато урона. Одиночным выстрелом. Тогда приказ. Дару нет. Паскалю, Хейнриксу можно дать приказ, чтобы он и этого покрошил. Либо Кибелле. А, она не может прыгать. Потрачено. Вальс смерти. Применяет смерть свыше. О, отлично. Черт. Кроватическое мастерство. На одну клетку, если бы она ближе стояла. Зараза. Ну, покажи, как стреляет твоя пушечка. Ну, как-то стреляет. Надо было сначала ей перемещение дать, а потом уже... Ну, ладно. Стоп. А смерть свыше, в смысле, героический акт у тебя есть. I cannot serve you in this way. No. Ну нет, значит нет. Так. Следующая атака цели игнорирует укрытие. Час пробил. Офицер предоставляет союзнику дополнительный ход вместе с полным запасом очков действий и перемещений. Во время этого хода союзник может совершить неограниченное число атак. Ты его убьешь, но до этого не доберешься. Да, до этого ты не доберешься. А, граната. Граната, граната, граната. У него есть кровопотеря. Trust me. Почему не сработало? А, следующая успешная атака. Это не то. Резонанс боли, да? Все противники, на которых наложены эффекты, в радиусе 4 клеток. Раз, два, три, четыре. Нет. 4 сюда. А, все-таки подействовал. Окей, но не хватило. Окей. Так, ты... Хейнрикс. Пси-усиление. Особая атака, которая считается значимой психосилой. 17-20 урона. А обычная атака 11-16. Ну-ка давайте посмотрим, что это за психо. Добить? Нет. Он все еще выжил. Оу. Окей, тоже вариант. Паскаль. Пум-пум-пум-пум. Красавчик. Мехадендрит, где твой лечебный? Yeah. Так, и переместить атакующую зону. У, там еще один есть. И еще один. Я про них забыл совсем. Пу-пу-пу-пум. Тебе надо перезарядиться.
Ой, тут еще один враг. Под смерти. Е-е-е. Очень хорошо. И Бела. У тебя там вон два. Два врага. Так. Только с мечом. А, я все не мог понять, почему здесь я не могу ее использовать. Потому что здесь у меня меча теперь нет. У меня есть булава и есть цепной топор. А меча-то у меня и нету. А выпад что делает? Накладывает на цель кровотечение. Замечательно. И теперь вторым оружием. Окей. Да, ей нужно меч обязательно дать. Это я как-то упустил из виду. Так, Кассия. Ну, у него много здоровья, да? Ну, окей. Стоп. Ну, хотя нет, это бы нам не подошло. Так. Джай? И теперь у тебя свой собственный ход, перезарядка. Ну, как-то так, слабенько, если честно. Хорошо. А можешь ли ты в этого кого-нибудь попасть? Нет. Так что давай. А, не дотягиваешься. И перемещаться ты не можешь. Лечить нам кого-нибудь. Можно Джай подлечить. Так, у тебя сейчас нет видимости отсюда. Видимость есть, но ее не хватило. И Бела, супер. Так, Дарф, ты не видишь этого нехорошего человека отсюда, да? А где этот помощник снайпер? Все, она убежала. Так, здесь мы не пройдем. Или пройдем? Вроде можно пройти. Так, но здесь мы уже не проберемся. О, отсюда ты получаешь видимость. Занять позицию. Поиск слабого места.
абсолютно надежный план. Огонь. Ах. Но хорошо. А Кибелла добьет. The shadows will see it die. Trust me. Есть. Страж усадьбы. Ваша светлость, храни нас император. С вами все в порядке? Паскаль. Не тревожься, мирянин. Мы уже привыкли к вопиющей безалаберности, проявляемой стражей на каждом мире, в который мы посещаем. Голос Вокса, тихий, в начале к концу фразы уже яростно гремит. Бледная серость душит плебса, подобно мертвой плетле. Его слова полнятся страхом за наше здравие, но еще больше за свое собственное. В порядке, чего нельзя сказать о напавших. Вас всех надо высечь за такую оплошность. Кто это такие и как они попали в поместье губернатора? Куда делась губернатор Вьят? Убить офицера. Безмозглые, безрукие, бесполезные куски дерьма. Какой с вас толк, если на меня нападают в губернаторском поместье? Забрать его броню? А, так. Ну ладно, убивать мы не будем. Куда делась губернатор? Губернатор в безопасности, под надежной защитой стен и стражи. Прошу, следуйте за мной. Я лично сопровожу вас к ней. Что ж, ведите меня, я сам найду дорогу прочь с пути или все-таки убить? Я сам найду дорогу. Так, куча оружия. Выдержанный амосек. Оглушающая граната. Броня надо будет проверить. Изготовленный меч. Гранаты, окей. Пехотная снайперская винтовка. Граната газового облака, панцирный нагрудник. Здесь вроде ничего не было. А, этого надо товарища прокачать. Тыри-тыри-тым. Защитная стойка, оплот стойкости, твердость скалобетона. До начала своего следующего хода авангард получает отражение урона от атак дальнего боя, равное числу накопленных знаков стойкости. Авангард получает плюс 10, плюс 2 умноженное на число уровня эффекта знак стойкости, процент по парированию следующего хода. Авангард и его союзники в радиусе 3 клеток получают 3 плюс число уровня эффекта знак стойкости временного здоровья. Оставляет находящегося рядом противника немедленно атаковать авангарда в ближнем бою. Авангард выбирает союзников. Все противники в радиусе 3 клеток от него должны пройти проверку воли на сопротивление со штрафом минус 15. В случае провала авангард становится для этого противника приоритетной целью. Я прикрою. До начала следующего хода авангарда сам авангард и его союзники получают плюс 16% к урону и плюс 16% к пробитию брони против оппонентов в радиусе 2 клеток от авангарда. Давайте возьмем оплот стойкости. Так, гимны ненависти. Делать свою работу. Если в отряде нет других представителей того же архетипа, первое использование любой способности данного архетипа этим персонажам в бою требует на одно очко действия меньше.
Когда у персонажа с имперского мира остается меньше 40% здоровья, он получает бонус плюс 10 ко всем характеристикам и плюс 2 к решимости. Сайкер совершает героический акт, инстанчение завесы сокращается на 3. Исцеляющий удар. Когда псайкер получает лечение или лечит союзников, если запас здоровья исцеляемого уже полностью восстановлен, то этот персонаж получает соответствующее количество временного здоровья. Наложенный псайкером эффект, увеличивающий получаемый урон, усиливается в 1.5 раза. Когда на клетке смежной с позицией союзника погибает противник, этот союзник получает уровень эффекта преобразования формы. При первом применении психосилы заход из показателя истончения завесы увеличивается на 2 меньше, чем обычно. Если при этом воздействие на истинные завесы истончение завесы приобретает отрицательное значение, то показатель истончения завесы уменьшается на 1. Когда псайкер наносит урон с помощью психосилы целям на расстоянии 6 или более клеток, цели получают на 3 урона больше. Атаки силовым оружием наносят на 3 больше. Псайкер может использовать наносящий урон психосилы, не провоцируя атаки по возможности, даже если вблизи находятся противники. Психосилы, которые не наносят урон, в любом случае не провоцируют атаки по возможности. И давайте вот это возьмем. Так. При максимальном числе знаков стойкости авангард получает плюс 7 к решимости. Один раз за раунд, когда противник перемещается на соседнюю клетку с авангардом, считая его приоритетной целью, авангард совершает против него атаку по возможности. Окей. И после этого дать ему эти способности, которые притягивают к нему врагов. Так, оружие, оружие Кибела, тебе нужно меч дать. Так, это двуручный, одноручная, одноручная. 7, 12, 10, 8, 12, 10. Атаки этим мечом требуют на 1 очко действия больше. При попадании цель получает эффект тревожности на 2 раунда. Тогда обычный надо дать Кибеле. Друкарское оружие. 8, 12, 7, 10, 17, 10, 16. Окей, теперь она может прыгать и с этими двумя тоже. Тер-тер-тем. У нас здесь. Так, а что у нас с построением с нашим? А? Опечатанные контейнеры, помеченные знаком... знакомой вам маркировкой мониторума и дополнительными печатями неизвестного вам мира кузни. В ящиках находится первоклассное оружие, скорее всего, изготовленное на заказ. Пробивное лаз-ружье. Боезапас 40, скорострельность 4, дальность стрельбы 8. Так, пехотная снайперская винтовка хуже, чем та, которая сейчас у меня. Лаз-винтовка. Вот это... Но у лаз-винтовки урон на единицу меньше, а дальность на 3 клетки дальше. То есть плюс-минус... Допустим. У тебя добротная снайперская. Вот тебе однозначно надо поменять. Держи пехотную. Так, твои пистолеты как-то
Ну, не впечатляют. Мне больше нравится оружие, которое, может, менее скорострельное, зато более больше урона наносит. Боевой дробовик. Кстати, для ближнего боя вполне себе ничего, если вдруг к ней кто-то подберется. Клейв искателя крови, но она двуручная. Знамение странника. Двуручная, лазерная, 20-25 урона, 20 пробития брони. То есть это снайперка только инопланетная. Давайте вот так сделаем. Так, гранаты. Пум-пум-пум-пум. Стимулятор. Можно, в принципе, дать. Аптечки. Ты не можешь пока пользоваться. Держи гранату. Тебе держи гранату. Персонаж теряет все временное здоровье и на то же значение увеличивает урон, который он наносит в ближнем бою на один раунд. Нет. Кровавый фиал. Создает область с кровью, обладающей теми же свойствами, что и при применении способности кровавый дождь. Окей. Ты можешь использовать эльдарскую гранату. Ты аптечку не можешь использовать. Окей, все. Так, поехали дальше. На клумбе собраны самые эффектные представители местной флоры. На аккуратно подстриженных растениях зреют неизвестные вам плоды. О, попугайчик летает. Ладно, пошли наверх. Рано это сколько бегает. Декоративный шпиль, наспех превращенный в дозорную вышку. Верный признак неспокойной ситуации на агромире. Фонтан представляет собой дорогую игрушку для знати. Сейчас в нем журчит чистая вода, однако дополнительные трубы явно намекают на наличие отдельных сифонов для игристого вина или иных напитков. Неплохо. Часовня построена из роскошных материалов, однако святое место выглядит полузаброшенным. Вы не чувствуете запаха запаленных благовоний, не видите печати чистоты на дверях и не слышите молитв ни человеческих, ни записей, транслируемых воксом. Место выглядит потревоженным. С камней стерта пыль, между трещин забилась инородная грязь. А на поверхности вы замечаете несколько тонких царапин. Так. The shadows reveal their secrets. Чё-то нашли. Заначку. Окей. Товары для продажи тоже неплохо. Медицина. В воде виднеются цепи или веревки, оканчивающиеся кандалами. Сквозь блеск воды заметно нечто белое. Обломок кости со следами острых зубов. Еще и трофеи нашли. Кулон чертиста дает плюс 5 к общительности и плюс 10 к коммерции. Если персонаж обладает убеждением догматик, сторонник или выше, то значение его навыка знания империума зависит от общительности, а не от интеллекта. А персонаж получает плюс 10 к знаниям империума.
у тебя какая? Схизматик, да? Догматик у нас... Коммерция и общительность. Окей. Плющ, обвивающий арки, источает тонкий дурманящий аромат, хотя вы не видите никаких цветов. Под сводами беседки царит потусторонняя тишина. Возможно, в купол вмонтирован генератор звукового барьера. Так, товары на продажу. Нет, это мы осматриваем, окей. Туда мы пройти не можем. Так, так, так. Дворец губернатора выглядит роскошно. Позолоту и штукатурку, похоже, обновляют регулярно и часто. Слишком часто даже для здания на морском побережье. То, что она живет слишком роскошно, это мы уже поняли. Будем раскулачивать. Нет, никаких тайников и ничего здесь нет. Даже честь отдали на входе. Дворянин Януса. Страж, окей. Что тут еще? Слуги, стражи. Аристократка, слуга. Разве столь ценным служителям императора пристойно ютиться в столь убогой обители? Кассия, молодец. Я думал, нам в эту дверь. При виде вас привратник издает испуганный возглас и сгибается в глубоком поклоне. Ваша светлость, достопочтенный Дарф фон Валанциус, госпожа губернатор ожидает вас в своем кабинете под защитой стен и охраны. Как вам будет угодно провести встречу, наедине или в присутствии свиты? Хочу поговорить с глазу на глаз. Будет, моя свита будет присутствовать. Я не хочу сейчас тратить на это время. Ну, давайте с глазу на глаз. Что-то не похоже, что мы тет-а-тет. Вестенца в яд. Вестенце Янус Вьят об Арам Авкаронус яростно листает что-то на инфопластине и отдает приказы по позолоченному воксу. При виде вас она спешно убирает устройство, разглаживает юбку и опускается в глубоком книксине. У них глаз больше. Ваше сиятельство, примите мои глубочайшие извинения за отвратительную выходку, испортившую прием. Даже в самых страшных снах я не могла себе представить.
Плевать я хотел на твои извинения, меня могли убить. Ваше местное бузатерство меня не волнует, мне срочно нужны поставки продовольствия. Выходка? Я думал, что стрельба по движущимся мишеням входит в церемониал. Достаточно извинений, я не в обиде. Нет. Первое мне не очень нравится, потому что это типа, что я пекусь за себя. Но в плохом смысле, что такое прямо это самое. Третье, в принципе, ничего. Компаньонка рядом с Вестенцией тоненько хихикает, но под косым взглядом губернатора вновь принимает почтительно скорбный вид. Фрейлина. О нет, ваше сиятельство, я бы никогда не посмела намеренно подвергнуть наследника прославленной династии фон Валанциус опасности. Однако не могу не выразить свою радость от того, что вы нашли в произошедшем удовольствие для себя. Среди вашей стражи есть отменный стрелок, который помог нам в бою. Кто это? Что происходит на планете? Станции Футфол угрожает голод. Способен ли Янус обеспечить этих людей провизией? Так, первое. Вы имеете в виду Ирлиет, нашу главную союзницу в борьбе с бунтовщиками. Я закрыла глаза на ее ужасные мутации ввиду неоспоримой пользы, которую она приносит. Видите ли, Ирлиет происходит из вырождающегося местного рода и знает Янус как свои 5 пальцев, поэтому она не раз подсказывала нам места, где могут находиться стачки и тайные склады. Хотя, признаться, порой мне хочется отослать ее из поместья, каждый раз, когда мы разговариваем, мне становится не по себе от ее противоестественности. Столь неженственное, тощее тело, да еще и такого роста. Если вы желаете побеседовать с Рилет, то найдете ее снаружи, в оранжерее. Скорее всего, она ютится где-то рядом с беседкой, в одиночестве. Она предпочитает держаться особняком от прочих подданных. Мы там вроде никого не видели, когда ходили. А что происходит на планете? Несколько месяцев назад на Янусе начались бунты. Вначале мне даже не доложили о происходящем. Недовольство черни – забота стража. Увы, я узнал о происходящем только после того, как мерзавцы начали покушаться на благородные семейства. Вестенца качает головой. И тогда выяснилось, что за тем, что в записях администратума названо волнениями, скрывались организованные атаки на инфраструктуру и лидеров общества. Они уже остановили 13 агрокомплексов и перешли к покушениям. Стража без устали выслеживает бунтовщиков, но их предводители по-прежнему ускользают от нас. Может ли Янус обеспечить продуктовые поставки в текущих условиях? Станции Футфол угрожает голос. Способен ли Янус обеспечить этих людей провизией? Первая опция. Я рискную прогневать вас, ваше сиятельство, но это не идет ни в какое сравнение с бесстыжим обманом. Давайте взглянем на ситуацию трезво. Даже самые талантливые логисты администратума не в состоянии гарантировать стабильные подати, когда шаттлы опасаются садиться в космопорту, а запуганная чернь потакает опасному меньшинству в своих рядах. Пока на Янусе не будет восстановлен привычный порядок вещей, торговля невозможна. Ввиду происходящего, ваш визит – настоящее благословение. Видите ли, Янус не имеет собственного флота. Мы могли бы организовать поиски планетарного масштаба, будь в нашем распоряжении корабли, такие как у вашего сиятельства. Быть может, вы найдете возможность поддержать своих подданных, оказавшихся в беде. Уверена, даже примерных координат будет достаточно, чтобы организовать слаженную работу наземных сил и корабельного экипажа в поисках супостатов. Меня не волнуют отговорки, разобраться с бунтовщиками – твоя прямая обязанность. Ну, кстати, это вот правильно. Она же сама сказала, что она там еще и главный чего-то там от империи. Ты хочешь, чтобы я ловил за тебя каких-то бунтовщиков? Обещаю губернатору, я выжгу дотла ростки бунтарства и ереси на вашей планете. Я разберусь в ситуации. Уверен, бунтовщикам есть что рассказать владельцу их мира. Что ж, раз на Янусе нет ни одного компетентного человека, значит, придется разбираться самому. Что ж, я сам отыщу этих неуловимых беглецов. Что касается тебя, Вестенца, то это был твой последний провал. Я отстраняю тебя от управления планетой и помещаю под арест. Когда покончу с бунтовщиками, решу, что делать с тобой. О, вот этот вариант мне, кстати, нравится. А я могу сохраниться? Да.
Вестенца прерывисто вздыхает, словно получила удар в живот. «Ваше сиятельство, но я же верой и правдой служила вашей династии, без устали укрощая эту строптивую планету!» Оборвав саму себя, губернатор склоняет голову. «Как вам будет угодно». «Надо же, я думал, мы сейчас всю стражу будем перебивать». Так... Ваша светлость фон Валанциус, премного счастливы видеть вас с нашим гостем. Каким гостем? Ты что, дурной, что ли? Изволите беседовать с госпожой губерна... Вообще, по идее, эта беседа должна была уже не иметь возможности произойти. А почему я не могу зайти в остальные помещения? Пум-пум-пум-пум-пум. Ну, значит, выходим. И идем искать эту высокую, тощую. Надеялся. На что надеялся? На то, что они на меня нападут? Да, немножечко. Так, оранжерея, по-моему, была с этой стороны. Я не помню, в эту сторону мы ходили, вообще нет. Трофеи. Паскаль. Неплохо. Винцелекс. Укрытое красной мантией тело Магаса мало похоже на человеческое. Провода, трубки и металлические манипуляторы превращают его в причудливый механизм, а импланты скрывают лицо зловещей маской. Техножрец прерывисто диктует что-то на технолингве, парящему рядом серого черепу, но при вашем приближении умолкает и сдержанно кланяется. «Приветствую, ваша светлость. Лекс-механик Винцелекс. Чем могу служить?» Паскаль и Лекс-механик обмениваются трелями бинарных приветствий. Серия звуков, изданная Винцелексом, звучит куда длиннее и почтительнее, чем у Паскаля. «Чем ты занимаешься на планете?» Механический голос техножреца доносится из динамика на шее. «Воля Адептус Механикус вверила меня в ведение Адептус Администратум, дабы каталогизировать агрономические данные и анализировать сведения о планете в процессе ее усмирения воли Империума». «Будь благословен, брат, собрат...» «Будь благословен, собрат, усердие твое и подобных тебе обращает Хадус в порядок, дарует знанию классификацию и рубрикацию». Один из мехадендритов Паскаля легко касается тела Лекс-механика, и тот, вздрогнув, почтительно кланяется. «Расскажи мне про Янус». «Инициируй отчет. Почва планеты обладает уникальным составом, пригодным для переоснащения планеты и производства массовых поставок продуктов питания. Значительная культивация восточного полушария с целью улучшения производственных процессов и логистических операций. Следы ксеноактивности, не представляющие непосредственной угрозы для текущих операций. Замечены нежелательные патологии флоры и фауны, которые могут представлять угрозу в краткосрочной перспективе». Что за патологии флоры и фауны? «Генетическая и химическая, ваша светлость. Безвредные виды мутируют и проявляют агрессию, а растения меняют химический состав и становятся ядовитыми. Это происходит все чаще, и если не принять меры, экосистема мира будет непоправимо нарушена. Изменения могут иметь искусственный характер. Рассматривалась ли вероятность того, что кто-то осуществляет манипуляции экосистемой, направленные на сокращение нашего жизненного пространства?» «Никак нет, почтенный Магас. Наши техносоратники из Магас Биологис, смиренные труженики, не воины. Им могла не прийти в голову мысль столь воинственного характера. Разум должен быть открыт во всех
ко всем формам знания. Приказываю провести проверку. В случае, если твоя версия о ленности их умов подтвердится, я буду ходатайствовать о наложении епитимии. Любопытно. Вот с таких, на первый взгляд, незначительных странностей обычно начинаются большие неприятности. Как губернатор борется с нежелательными патологиями? Я проанализировал геном пораженных видов и пытаюсь разработать гены-супрессоры, дабы сделать организмы на планете устойчивыми к патологии. Но пока мне не удалось решить проблему. Возможно, дальнейшее исследование планеты ускорило бы процессы. Однако административный аппарат наложил запрет на экспедиции, не имеющие своей целью непосредственного улучшения производства. Следы ксеноактивности. Согласно данным, полученным при первичной разведке, в разных секторах планеты были отмечены руинированные постройки нечеловеческого происхождения. Но у меня не было административной возможности изучить их более подробно. Пока я вынужден отложить поиск знания. Последние слова Лекс-механик произносит с отчетливой завистью, не сводя глаз с Магаса Ханеймана. Говорим о другом. Сколько услуг Adeptus Mechanicus находится на планете? Согласно хранящимся в моем кагитаторе данным, все инфраструктурные узлы, обслуживающие сбор и переработку продуктов, располагают собственным контингентом техноматов. Общее число достигает 253. Поправка. По последним данным, 211 единиц. Куда 42 человека делись? Как обстоят дела у тебя и твоих товарищей? Текущая ситуация на планете оценивается как стабильная. Прогресс перспектив оценивается как воодушевляющий. Стабильно сокращающий нашу численность. Это как? Как вам будет угодно, окей. Здесь тоже тупик. Вот это оранжерея, вот беседка. Ага, вот теперь она здесь. И не только она. Ну ничего, так интересно. Ирлиет, перед вами перечудливое создание, лишь отдаленно напоминающее обычного человека. Вытянутое тело, тонкие конечности, острые черты. Каждая деталь в облике выглядит противоестественно и чуждо. Создание поворачивает к вам голову. Ирлиет Ланевис, приветствую тебя, Элантах. Элантах? Я не знаю такого слова. Хенрикс бросает несколько слов на странном языке, вроде и мелодичном, но в исполнении дознавательно звучащим угловато и странно. Встретив пристальный взгляд незнакомки, Хенрикс поворачивается к вам. «У меня печальная новость, Дарф. Создание перед нами не мутант, как предполагают местные, а представительница рода Эльдаров. Одна из сонма врагов человечества. Тебе не следует верить ей. И даже говорить с ней дольше самого необходимого». Ирлиет, тебе незачем уродовать мой язык, Монкай. Я владею вашим в достаточной мере, чтобы вести разговор с Элантах без переводчика. И коль разгадал ты мой путь, то и я буду пряма в своих речах. Воистину, кровь в моих жилах и материя моей души чужды вашим. Я из тех, кого твои сородичи зовут ксеносами. Я явила себя твоим собратьям, чтобы принести мир на Лилетан и помочь правительнице против ее врагов. Будешь ли ты говорить со мной как с равной, или мы ступим под тень Каэла Менша Кхейна? У тебя 10 секунд, чтобы убраться с глаз моих, ксенос. Отсчет пошел. Вольный торговец фон Валанциус никогда не будет говорить со сбродом вроде ксеносов как с равными. Так что выражай должное почтение, если хочешь жить. Может быть. Я буду говорить с тобой, Ирлиет Ланевис. Только держи руки на виду. Честно говоря, из всей твоей речи я понял только то, что ты хочешь драться. Разделяю это желание. Догматик напасть. Я не веду разговоров с врагами человечества. Ну... Так, давайте пока что выберем вторую опцию. Но если вдруг она не проявит уважение, тогда я надеюсь, что у нас будет опять опция закончить эту беседу.
Почтение среди моего народа завоевывают величием, Элантах. Лишь единицы твоего вида достойны нашего уважения. Я не буду менять свои дороги в угоду твоей, но ты еще можешь заслужить то отношение, которого просит твоя душа. Не обязательно тыкать на все варианты, где догматик написан. Да понятно, что не обязательно, но просто мы же отыгрываем персонажа, который именно больше к догматику складывает. Ну, практически чистый догматик. Сдохни, Ксенос. Ты и есть таинственная помощница губернатора. Почему ты помогаешь? Что тебе известно о рядовых бунтовщиках? Ты знаешь, кто стоит за восстанием? Откуда ты взялась? Почему ты зовешь меня Элантах? Я поговорил с Магосом, следящим за работами на планете. Он говорил, что с миром творится неладное. Спонтанные мутации и нападения зверей. Может быть, тебе это о чем-то говорит? Что за Элантах? Ну, там некоторые такие реплики за другими скрыты иногда, и там, ну, все может быть. Потому что такова твоя природа. Элантах, чужестранец из тьмы среди звезд. Ты спустился сюда на огненных крыльях машины в темное время, когда воздух планеты пропитан кровью и болью. Будешь ли ты тем, кто принесет ей покой? Гнев Лилатан. Выплюснутый наружу, Ирлиец отсекается. На протяжении столетий этот мир сопротивлялся зверствам, что учиняли над ним бездушные машины и беспечные создания. Однако то, о чем поведал тебе машинный человек, нечто иное, нечто более страшное. Сама планета противится некоему злу, гнездящемуся в ее колыбели. Ты знаешь, кто стоит за восстаниями? Чья-то злая воля, направляющая твоих соплеменников на путь насилия. Что тебе известно о бунтовщиках? Лишь то, что они грозят от сложившемуся порядку вещей. Погибнет правительница, и этот мир окажется в опасности. Наблюдательность — успех. Лицо Ирлиет непроницаемо, однако вы чувствуете в ее голосе странное напряжение, словно она очень осторожно подбирает слова. Получено 69 опыта. Ты и есть таинственная помощница губернатора. Воистину так, Элантах. Моя рука отвела смерть, что грозила правительница этих людей. И я же помогла тебе в борьбе с безумцами. Почему ты помогаешь губернатору? Этот мир в беде, я хочу избавить его от ненужных страданий. Твои ответы не сильно мне помогают в моем деле. А ты и не просишь о помощи, Элантах. Лишь задаешь вопросы, ответы на которые не важны или скрыты тенями. Вот с этим я согласен. Практически все эти опции, они, ну, не несут особый смысл. Изучи место, говори с теми, кто знает. Ирлиет медлит и чуть тише добавляет. Пустяк для тебя и непреодолимая преграда для меня, коль один облик мой внушает страх и подозрения. Когда узнаешь что-то, поведай мне. Быть может, тогда мои ответы пригодятся в твоих поисках. Если хочешь, ты можешь присоединиться ко мне в присутствии вольного торговца. Никто не... Нет. Мир, что ты зовешь Янусом, когда-то был сотворен моей волей моего народа. У меня гораздо больше причин находиться на Лилатан, чем у любого из вас. Ну, пока оставим ее в живых. Так. Что там щелкает?